У Лантика-то, кстати, пузо такое нехеровое, он себя отожрал на Доритосах, обратите внимание. И рожа еще такая тупая. С удовольствием распевают? С удовольствием они распевают, ребят. С удовольствием. Ой, какое же извращенное это у них удовольствие, это надо отметить, да? Вот я здесь что-то... Блин, да если бы они сифозных собак насиловали с удовольствием, я бы то больше понял. Что это нахрен такое? Что это за музыка? Что это за звуки? Господи. Ну, в принципе, вопросы эти риторические, задавать их смысла никакого нет, и так все понятно. По названию lantic.mlg мы можем понять, что это пародия на Lunatic X, сделанная в стиле MLG. Ожидаю, наверное, дождь из чипсов Doritos, из всяких вот этих вот их... Как-то вода-то называется это, я не помню тут. В банках, ну вы поняли. Наверное, Snoop Dogg будет плясать. При MLG это всегда так, всегда так. То есть абсолютно все игры про MLG, они... Именно так и выглядит. Ну, не хватает очков вот этих. Я только не понимаю, почему на Лантике нет этих очков. Это странно. Ну ладно, давайте будем смотреть. Нажимаем на старт. Правильно, мышкой тут. Мышкой, да? Так, посмотрим, что же это за MLG-шная пародия на Лунтика X. Так, это у нас Кузя. Кузя MLG. Ну что ж, понеслась. Как... Doritos is my favorite Kazia. Can't escape from Lanik's arms. Что такое Kazia? Что такое Казя? Не понял. Это чипсы с козюлями, что ли, или что? А что такое Ланкс? Кто такой Ланкс? Я не понимаю. Оу! Снуп Доги! Первое пророчество свершилось, ребята. Декардамус Нострадамус предсказал, да, поэтому... О, вот, как оно? Mountain Dew, во, напиток. Да-да-да, вспомни. Так, Снуп Дог продолжает отжигать. Снуп Дог продолжает. Эй, мэй. I'm Snoop Doggy Dogg, man. Да, вот это вот всю свою красоту. Доритосы уже пошли. Доритосы все еще. Слушай, ну я просто, наверное, вы подумаете, что я разработчик. Но нет, нет, нет. Это было логично предположить, что это все нас ждет, поэтому. А, иллюминаты, я забыл эти. Глазюки эти, глазюки треугольные, я забыл совсем. Давайте еще разок мы прыгнем, наверное. Очень люблю, кстати, эту песню. Ну вот именно, вот саму песню прям полностью слушать, она охрененная. Shooting Stars называется. Лантик МЛГ. Hello, Казя, говорит он мне. А, Кузя, это Кузя. Казя, это Кузя. Казя, это Кузя. Лунтик, это Лантик. Казя, это Кузя. Все понятно, да? Как же я сразу-то не догадался. Давайте ему на голову прыгнем, может. Может, мы даже перепрыгнуть его сможем, не? Просто интересно. Давай, Лантик, встречай. Hello. Do you want a play with me? Нет. Ой-ой-ой, прыгать, прыгать! Прыгать нельзя. Походу, спасения тут не будет, да? Ой, дори-дори! Ты... You lost for your friends. It's good for me, lol. Ты просрал. Ты просрал, а мне и радость, да, типа? О, вупсини-пупсини, серьезно? Этого я не ждал. Так, пацаны, здорово. Все, давай. Давайте, нам нужно выживать как-то. Нам как-то, ребята, нужно... Слушайте, а когда это вы успели... Когда вас успели порешить? Почему вупсини-пупсини, сиамские близнецы? Что это за ужас? Что это за ужас? Я как уснуть сегодня ночью должен. Посмотрите на эти рожи. Это банка меня не убьет? Нет, нет, банка не убьет. Банка меня не убьет. Сама игра убьет меня, а точнее мою психику. Да, вы посмотрите... Сшитые гусеницы, сиамские близнецы и куча снупдогов, которые отплясывают. И балка, которую невозможно преодолеть. Да пригнитесь вы, пригнитесь вы, дебилы. Ну там смерть, но пригнитесь вы. Но будет же как-то проще немножечко, может быть, протянуть еще лишних 10 секунд на этом планете. Ну что вы. Нет, ребята, они настолько не любят спорт, что они предпочли смерть тому, чтобы немножечко согнуться в коленях, блин. Хола, вапсень и пупсан. Let's play ye-ye.
Лей. Let's play. А, все, я понял, я бегу. Так, ой, ой, смотри. Лантик кидается снупдогами. Ты почти выиграл. Такая, так я и поверил, да. Так я и поверил, что я почти, блин, выиграл. Давай, пацаны, пацаны, вы сможете. Это всего лишь снупдоги. Это всего лишь снупдоги. Вот это, если бы это были Эминемы, то было бы намного опаснее. А так, это всего лишь снупдоги. Тут ничего такого нет. Так, ну, блин, ну давай, может, попроще, Лантик. Все-таки немного сложность-то немножечко убавь. Ну, хотя бы пусть Канье Уэсты будут. Или фейсы, но не... Snoop Dogg, это все-таки тоже тяжело. Да, это не Eminem и не Dr. Dre, но это тоже тяжело. Mountain Dew. Ну, я не знаю, я бы эти напитки у него бы не принял, наверное, из рук. Мне кажется, он нассал туда. О, Mountain Dew. Продолжению не быть никогда, лол. Вот тот мужчина, который стоял там на краю обрыва, я хотел бы лично принести ему извинения за то, в чем он сейчас поучаствовал невольно, да. Извините, товарищ, это так случайно вышло. О, Мила, здравствуй. Эх, Мила, в игре для настоящего дебила участвовать тебе пришлось, да. Такого, как я. О, господи. Все, Доритосы пошли просто нереальные, ребята. Количество Доритосов и... Можно уже, мне кажется, 1000 раз усаться. Сколько можно этих банок, сколько можно этих чипсов. О, смотрите. Вупсинь и Пупсинь умеют затусить. Да, это прекрасно. Здоров, Лантик. Оу, май. Мы вместе играем. Что-то пердит мне. Долбанный конец, мадафака. Подождите. Это... А можно попробовать кое-что сделать? Можно мне попробовать кое-что сделать? Вот смотрите. Я же ведь здесь не выжил. А давайте выживем. Мне кажется, что были у меня шансы. Давай-ка. Ой, слушай, ну чувак. Ну все, давай быстрее. Давай быстрее. Кузя, ну ускорься немножечко. Ну давай чуть-чуть вот в себе свою... Внутреннего Кузю своего подгони. Пробуди в себе его, понимаешь? Давай, вперед. Понеслась. Не тормози, у нас это самое, мы уже это все проходили, давай быстрее, Кузя. Торопись, поторапливайся, ну хотя бы ножками перебирай немножко, ну что это такое? Ну ты бы быстрее бы шел, я уверен, если бы хоть немного, тяп-тяп-тяп-тяп-тяп, ну что это? Вот здесь вот можно выжить, мне кажется. Вот он говорит, hello, do you wanna play with me? Надо сразу нажимать вправо. Смотрите, тут же был шанс, по-моему, на выживание, нет? Давай! Вот. Я тормознул, я начал позже бежать. Впереди была же какая-то срань, правильно? Поэтому мы сейчас попытаемся. Давай. Вот, Дарит! Вот, пожалуйста, видите, добежал. Так. Чё-то я чувствую, немножечко ловушка такая, немножечко надует меня сейчас, да? Сейчас сверху Лантик своей жопой просто на лицо мне прыгнет и... Прыгай. Блин, оно того стоило, не зря перепроходил. Нет, вы знаете, когда ни с того ни с сего рожа этого паровозика Томаса на весь экран. Блин, это забавно. Так, это неожиданно так как. Ух, какой неожиданный сюрприз. Ладно, вот здесь вот давайте уже тоже выживем, а потом за Милу потом. У Лантика-то, кстати, пузо такое нехеровое. Он себя отожрал на Доритосах, обратите внимание. И рожа еще такая тупая. Знаете, кого напоминает? Вот этого Сашко, который будет устанавливать сейчас все игры. Я не знаю, я смотрю, у меня что-то первая ассоциация. Так, вот они слились воедино с банкой Mountain Dew. Снова человеку пришлось... Извини, парень, серьезно. Никто этого не хотел, правда. Ну и давайте так, дальше. Смотрите, двое уже выжили из трех сейчас. Блин, там Мила может выжить или нет? Или там игра резко обрывается, я не знаю. Может быть, что-то новое будет? Сейчас будем проверять. О, вот как! Смотри, мне нравится, как Мила тоже отплясывает охерительно. Она прям под музыку, да? Что это? Это что? Я только сейчас это увидел. Господи, бедолаги Кузи бошку оторвали прям. Так, эти пацаны уже тоже тусят. Да, здоров, Лантик. Оу май. Так. Еще конец будет? Сейчас проверим. Да, это... Блин, ну жалко. Я надеялся, что из-за того, что у меня теперь оба выжили, мне дадут еще что-то сделать. Но мне не дали что-то сделать, мне... Мне сказали, the fucking end, до свидания. Все, игра закрылась. Такая вот, ребята, замечательная игра, просто великолепная. Образец
высочайшего мастерства игростроения. Если она вам понравилась, то, во-первых, вы очень удивительный человек, надо отметить, такой нестандартный. Ну, так, ставьте лайк, обязательно пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.